чего будете рассказывать. В частности, например, я очень часто спрашиваю людей какую-нибудь простецкую такую речную терминологию. Конечно же, все отвечают верно. Я уверена, что ваши познания в этой области намного более глубоки. И вы легко назовете мне такие термины, о которых многие вот из тех людей, которые на вас уже ходят и даже слыхом не слыхивали, что такое путешествие на теплоходах, даже не подозревают. Итак, в этом мне поможет словарь плоских терминов и определений Сергея Петухова и Алексея Семина. Вот видите, как я подготовилась к сегодняшнему вечеру. Словарь взяла. Вот скажите мне, кто знает, как называется элемент конструкции в виде балки, устанавливаемой вдоль наружного борта корабля для предохранения бортовой обшивки от повреждений при швартовке? Как? Привальный брус. Нет. Привальный брус. Верно, кто сказал? Заслуженный президент. Ничего подсказывать. Хорошо. Тогда, наверняка, на следующий вопрос быстрее ответите намного. Как называется плавучий знак навигационной обстановки, предназначенный для предупреждения опасных мест? Бакен. Буй. Бакен. Буй. Буй. Кто первый крикнул? Я. Я. Буй. Буй. Я у вас не ошиблась, я знала, вам можно задавать сложные вопросы, вы меня не поведете. Да, ну что, все, заканчиваем мечтать. Продолжаем. Назовите мне, как называется груз, помещаемый на днище корабля для обеспечения требований запасов. Ну это все знают, молодцы. Балласт. Не брат, вы-то, конечно, не балласт. Вы наш самый ценный груз. Вы наши туристы, ребятки. Вы аплодируете друг другу, вы все знаете. Так, скажите, а как называется палубный механизм лебедочного типа с горизонтальным валом, предназначенный для подъема якоря и натяжения тросов при швартовке? Лебедка. Брашпиль. Кто сказал брашпиль? Отлично, аплодисменты! Твой синий вот тут, который тебя раздевает. Ладно, вот он, и он надевает. Помучу вас немножечко. Как называется плавучий причал, предназначенный для швартовки? Для баркады. Вот я видела. Молодой человек здесь первым дал верный ответ. Сейчас аплодисменты. А как называется? Это не правильно. Все.